Бум-б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 ум. Скорее идем в спальню. Господин Джинши! Жуткие создания эти женщины. Вот теперь я точно влипла. Мы принесли подарок. Большое спасибо. О! Вот кто знает, что мне надо. Ох, и повезло бы кому-то с таким мужем. Не будь он евнухом. В сравнении с ним. О! Можно я кое-что шепну вам на ушко? Да. На прощание я открыла наложнице Лихуа тайную технику, которой меня обучила парочка знакомых проституток. Запомни на всякий случай, мама. А? К сожалению, мои фрукты слишком малы для исполнения этой техники. А вот Лихуа подойдет идеально. Мао-Мао сделала вид, что она ни при чем. Но это уже совсем другая история. Ура, ура! Кушай как следует. Поправляйся. Бери, не стесняйся. Добавим соевой пасты и немного соли. Прошу. Чудесно. Теперь мы сообщники. С ума сойти. У вас какое-то дело? А мне с тобой что, можно только по делам разговаривать? Нет, приходите в любое время. Если у вас все, разрешите идти? Не все. Я вас слушаю. Хочу грибной суп. Не подведи, травница. Прознал таким. Вот, примерь-ка. Я? Это не к добру. На приеме будут высокие чины, так что не забывай улыбаться. Что? А явка правда обязательно? Ты еще спрашиваешь? Принцесса Линли впервые появится на людях, и в кои-то веке соберется вся четверка подруг. Это война, и мы должны быть во всеоружии. Размажем все! А еще мы сделаем тебе макияж. Опа! Секундочку. Пора делать макияж. Первым делом вымоем твое лицо, а потом займемся веснушками. А как там маленькая принцесса? А, это ты, травница?